Химках сегодня ловили безбилетников. Сотрудники предприятия общественного транспорта совместно с полицейскими и административно-пассажирской инспекцией организовали рейд. Они проконтролировали оплату проезда на троллейбусе номер один. В последнее время участились случаи неоплаты проезда. Да? Многие пассажиры используют недействительные проездные билеты, так как социальную карту, выданную не на их имя, карты стрелка ученические, например, которые не имеют права использовать, ну и карты стрелка, на которых нету средств для того, чтобы совершить оплату проезда. Опять же, это нарушение порядка оплаты проезда. Пассажир должен, садясь в троллейбус, до следующей остановки оплатить свой проезд. По понятным причинам безбилетников в троллейбусе не оказалось. Ни один заяц в транспорт, полный полицейских, не сядет. А вот кондуктор маршрута рассказала, в среднем в троллейбусе за день она ловит минимум 5 нарушителей. Подошла, спросила, а выгнать я не имею права. Действительно, кондуктор высадить безбилетного пассажира не имеет права. Но это не значит, что нарушитель всегда сможет остаться безнаказанным. Штраф 1000 рублей на него выписывается. Если он не оплачет в течение 2 месяцев, штраф увеличится вдвое. Всем без исключения пассажирам стоит помнить, что общественный транспорт, как дорожная индустрия, существует за счет добросовестных пассажиров. Ведь если жители не будут оплачивать проезд, то и автопаркам существовать будет попросту не на что.